Сегодня красноярский «Енисей» сыграет с родиной из Кирова в рамках чемпионата России по хоккею с мячом среди команд Суперлиги. Матч начнется в 19 часов на стадионе «Енисей». Соперники наших ребят – очень сильная команда. В прошлом году «Енисей» уступил родине в выездной встрече. Однако на этот раз эксперты считают фаворитом именно красноярскую хоккейную дружину. Но подчеркивают, в матчах клубов такого уровня случается всякое. Игра будет сложной и интересной. Не пропустите.